здесь не пошел Фролов вперед, может быть, и правильно, потому что там уже был готов Григорьев и Великов. Опасный момент, а это гол! И это пятая шайба в воротах Спартака. Ее автором становится Максим Великов. 5-0. Я сейчас считал, сколько раз команды сбегали в одну и в другую сторону. Это была 7-я попытка. 6 раз никто не забивал, но в итоге вот здесь Красная Армия вновь продолжает. Забрасывать — это крайне важный момент.